Здравствуйте, дорогие грибники. Итак, мы находимся в лесу и сейчас наткнулись на царя грибов. Это белый гриб, вот, который бывает тоже немножко разных видов. Бывает белый гриб еловый, бывает белый гриб дубовый, который под дубами растет, он немножко другого вида. Вот. И бывает еще сосновый, так называемый гриб. Вот. У них они отличаются только немножко по окрасу шляпки. Вот. И по своим как бы качествам твердости внутри. Самый твердый гриб — это, естественно, дубовый, но он как бы из самого меньшего качества. Самый лучший гриб все равно это еловый. Вот мы сейчас находимся в смешанном лесу, где присутствуют елочки. Вот. Почему? Он самый считается ценный по своим лечебным свойствам. Молодые грибы можно кушать в свежем виде, делать из них салаты, даже не подвергая тепловой обработке. Но, естественно, он хорош как и в сушеном виде, не теряет свой цвет при сушке, в жареном, в маринадах также не теряет свой цвет. То есть царь грибов по питательности и по всем качествам. Выглядит он вот так вот. Вот это самый его, так сказать, вид стандартный. Может быть, шляпка более коричневого цвета. Молодые грибы могут быть вот так вот, более загнутые шляпки. Вот. Ну, его довольно-таки трудно спутать с другими грибами, поскольку у него, у белых грибов, вы видите, вот здесь шляпка всегда должна быть белая. Если он немножко уже перерастает срок, то она становится вот такой вот желтоватого цвета, иногда более темного даже вот цвета, когда более старый гриб. Вот. Конечно, самый ценный гриб — это молодой, который имеет еще шляпку именно белого цвета. Грибы можно собирать выкручиванием, как сейчас я это сделал, чтобы не нарушая грибницу. Потом мы отрезаем ножку, смотрим на чистоту ее и кладем в корзинку. А можно подрезать грибы так сказать прямо под корешочек с тремя, чтобы тоже не нарушать грибницу. Но в основном у нас вот здесь вот мы всегда применяем метод, так сказать, выкручивания. При этом грибница тоже не нарушается и грибы остаются расти дальше. Вот все, что я хотел сказать про белый гриб. Естественно, это самый для грибника самый желаемый, так сказать, желаемая находка. И когда идет слой белых грибов, то лес наполняется грибниками, которые ведут за ними охоту. Ценнее его только уже подземный гриб, это трюфель, который у нас, к сожалению, здесь не растут. Находка такого натюрморта в лесу всегда радует любого грибника, когда мы встречаем таких красавцев белых, семейку побольше, поменьше, и вот здесь вот еще меньше грибочек. Желаю вам также почаще находить вот такие вот находочки. Любого охотника за грибами это очень-очень радует.